Поклонники Жанны Бадаевой подозревают, что телеведущая скоро станет мамой в третий раз. Накануне звезда шоу «Орел или Решка» опубликовала в сторис своего микроблога фото, на котором у нее отчетливо заметен округлившийся живот. В последнее время Жанна преимущественно носит просторную одежду, которая скрывает ее фигуру. Кроме этого, чтобы скрыть свое положение, она разбавляет ленту в соцсети старыми снимками. На днях Жанна прилетела на Сейшелы, где проходят съемки ее нового проекта, анонс которого она обещала сделать уже в ближайшее время. Она продолжает вести активный образ жизни и много путешествовать. За последние пару месяцев Бадаева побывала в Израиле и Венгрии, а также пару раз прилетала в Москву. Основную часть времени она с мужем, Василием Мельничиным, живет в Италии. У Жанны уже есть двое детей. Сын Борис от первого брака и дочка Лолита, отцом которой является известный клипмейкер Алан Бадаев. В браке со своим бывшим однокурсником телеведущая прожила около 10 лет, но в 2012 году стало известно о разводе пары. Спустя 3 года Жанна снова примерила свадебное платье. Она вышла замуж за предпринимателя Василия и переехала жить в Италию. В этом году Бадаева встречала Новый год в большой и шумной компании, с двумя мужьями, бывшим и нынешним, дочкой, а также с сыном и его подругой.